Наверняка, дорогие мои женщины, любимые девочки, вам встречались мужчины, у которых была постоянная смена настроения. Ну, представьте такую картину. Вы встречаетесь с мужчиной, он разговаривает по телефону, ну, например, со своими подчиненными, и начинает на них орать, просто орать, как цепная собака, лаять в телефон. И тут же поворачивается, сразу же сменив маску, и говорит: что ты хочешь, дорогая, что, моя милая, любимая, тебе купить или что-то принести. Вот если вы заметили, что такая смена настроения есть у вашего мужчины, бегите от него подальше. Это стопроцентный манипулятор, который просто меняет маски. И он с вами будет действовать точно так. Сейчас он вам улыбается, а через секунду он сможет наорать, а может быть даже поднять на вас руку или что-то запретить. То есть это конкретный манипулятор. Через 5 минут он будет извиняться, слезу пускать, и так будет продолжаться. А у вас будут постоянно нервотрепки и постоянно сбой в организме. Потому что когда вы переживаете, испытываете стресс, то, естественно, различные болячки цепляются к вашему организму. Всех вас люблю, всем пока!